Добрый день, пришли мне два маленьких фонарика X-Star. По-моему, у меня уже приходил такой один. Очень хороший фонарик. Пришел вот зелененького цвета и черного цвета. Стоят они доллар, сейчас доллар 22. Недорогие, но очень хорошие фонарики. Вот здесь такая надпись X-Star. Сайт. С другой стороны тоже на пластике X-Star. Первый раз я подумал, что это трещина такая, но это просто разъем. И сам светодиод такой небольшой. В темноте светит очень хорошо. Сегодня, может быть, сниму как раз видео. Хотел на танк снять видео, как он в темноте светит. Заодно и этот сниму. Включается нажатием. По-моему, вот на эту сторону. Здесь есть болтики, можно поменять батарейку. Батарейка здесь, наверное, сейчас вы не увидите, KR2016. В принципе, батарейку можно прикупить. Я заказал, тоже мне должны быть такие батарейки прийти. Литиевая батарейка. Одна батарейка, наверное, это стоит столько. У нас здесь. Так что за такую цену, в принципе, достойные фонарики. Место занимает немного. Кольцо заводное. Очень крепкое, такое достаточно большое. Здесь небольшое колечко. Размер его вот так вот. Видно? Да. Самого фонарика получается 3,5 сантиметра. Ну и здесь, наверное, 4 сантиметра, что получается. А так 2,5 сантиметра. Вообще хороший фонарик. Заказал еще себе несколько штук. Для подарка самый раз. Так что заходите. Здесь вот надпись непрозрачная. Здесь прозрачная пластика, здесь нет. Вообще достойные фонарики. Ссылочку оставлю. Заходите, покупайте. Спасибо за просмотр. Пока-пока.